Погнали, на. Ты же по десятке будешь? Конечно, по одному. Да, бам. Начало положено. Не, ну, кстати, прикольно. Ну, эмоции, да. Ты просто, знаешь, открываешь, тебе сразу же ее тебя уничтожит. Когда получил 30 сундуков. Слушай, ну, что? О. Охуенно, так, что дальше? Пиванчики пошли. О. Неплохо вот это, кстати. Нифига, кстати, прикольный скин. Не, он реально, кстати, годы, по-моему. Он делает там. Классно. Все. О. Твой любимый персонаж. Ни разу на нем не играл. Ну это открытие на 10 тысяч лет. 32 сундука, держу в курсе. 33. О. Ну и Бигфут и Виллун. Помните, ну, да, были скины. Все. Пыль выпала. Ты же не руина, ты же не будешь его делать. Да, конечно, я его сделаю. Пусть будет. Лучше быть темная джинга. Если бы. Я хочу. Я тебя просто уничтожил бы. Нифига. Вот это нифига себе. Ты гонишь еще два скина? Из одного хекстикового сундука обычно. И у меня выпадает вот этого золотого, блядь. 500 пыли, блядь. А, блядь. Я считали, говорил, мне, блядь, не забыл. А, блядь. Ладно, хорошо. Услышано. Неужели сейчас следующий выпадет? Да пошёл ты. Я ухожу. Ну вот типа уже там лик выпало. Это ненормально. А, блядь. Нет, так. Это мифический опыт считается. А чем мифический, если распределить? 1200, почему не тут? Не, я. Ну, ты его делать будешь. Он уже сделан, мне у меня рениктона нет. 2400, кстати, РП стоит так. Вот РНГА, вы побегаете. Ну. О, вторая. Почетный пожарный. Сколько там были-то, блять? Ну-ка, где она? 500, по-моему. А, 300. Да превзорь. 360. Блин, у тебя увидел только. Я хочу джина. Понимаешь, я джина хочу. Это вот. Вот есть удаст, когда я увижу джина. Ну он какого-нибудь этого, ССВ или как-то. Тупо гачи, посмотри на него, блядь. Гачи мучи, блядь. Очень что-то годное выпадет. Джерван, охуенно, блять, годное, спасибо, да. Джерван 5-12. Годное, да. Все, блять, нам поехал. По-моему, говно это. Мы сейчас будем годно. Вот, это, кстати, заебись, я его спрашиваю. Кстати, прикольно это. Не будет дно. Фиора.
смотрю, какую она ляпку. Тебе? У тебя же я смотрю, какую она ляпку, кстати. И тоже ее делал. Ох. Почему? Ты же не играешь с ней. Играю. Вот. А вот это вот нужно положить на полочку. Зачем? Вот это вот нужно распылить. Смотри, Джин! И либо Элементалист Люкс. Ооо. Сука, какая хуйня. Пацан подстриженный под горшок. Ну, блядь, горшочек, да. О, самый популярный чемпион в этой игре. О, вот это, кстати, годные скины. Вот за него реально надо сделать. Да в смысле, сделай его, он классный. И сейчас, Limitless Lux. Ну, говно герой, говно скин. О, вот это мой кейс. О, барабанщик, пинта, круто. Это сами называется кейс за лупа. Я понял, что-то годное выпадает из бесплатных кейсов. О май гад! Угу. Что-то годное. А теперь. Давай дальше. Поехали. Блять, у меня шутир есть! А его, по-моему, нужно принять. До свидания. Пизда, блядь. Ну, обсудить. Ну, угодно. Нет, скин прикольный. Ладно. Можно и за Галлио поиграть, как говорится. Кстати, да. С ней дистанции хватит. Ну, это... Кайса. Чем пахнет, а? Чем? Правильно. Хуйнёй. О. Фонарь, блин, ебаный. У тебя ещё есть перекрафты, в принципе. Это. О, зависло. Всё зависло. Самоцвет. О, и иконка. Эль матч. Он, кстати, иконка более-менее такая. Можно поставить. Ну, самосвет можно еще не кейс купить. Губ-бо. Да не, вот, не... Делай еще один фундук. Купить. Пожалуйста. Mm-hmm. Если сейчас будет фермер Грагас, я ливну. Опять эту хуйню пылить? Корки на ледяном табагане. Опять эту хуйню пылить? Это... Муа! Топовый скин. Так, ну вот это. Берем вот это. Да, вот это. Пай! Ну и вот фермер Грагас должен подъехать. Ооо. Ты посчитай потом, сколько всего сундуков. Пожалуйста, нет, иконка. Только не иконку, только не тотем и иконку, пожалуйста. Нет! Спасибо. Ну, так-то нормально. Маркиз. Джин! Иконка. Прикольный скин, прикольный. Как говорится, с пивом покатит. Да пойди пока обычные. Блин, что нажал? Топ хуево. О, Джерван 5, 6, 7, 9, 20, 8, Тарус. Он похож на этого, знаешь, на Зука из этого. Из Аватара. О, вон, пацана в этом, в горшке. Че? Пацана в горшке закидывает топ. Блять, я так хуй понял.
А у меня, кстати, по-моему, есть этот скин, блядь. Он мне тогда в Spirit Craft просто добавился сразу. Хоть я орал. Или металлист, либо что-нибудь сказал. Шу. Фу. Фу. Теперь это дело, мне же не нравится, как они не играют. Бам-бам. Играем же его. Александр выходит из чем-то. Блин, этот цвет герцога, ну зачем? Это знаешь, ты скинул чистить в ебону. Ну, кстати. Ну, я его уже просто один раз распылил. Ну и вот этого Химмердингера, но он все равно говно, у него там ничего не меняется. А нет, что-то у него меняется, но это не такое. У меня особо как-то. Вот. А вот это уже разговор. Можно и что управить, да, за крайне. Ты знаешь, еще так хочется что-нибудь крафтануть. Что-нибудь крафтануть. Слушай, ну что хочется? Крафтануть хочется. Вот так? Что-то одно из двух надо выбрать. Ну, блядь, я уже нахуй. Три рингтона нажимаем. О! Заебись. Фикстековый. О! А вот это уже разговор. Ага, нахуя он мне, блядь? Вот самый зачем? Полезный АДК. Вот инфе. Если у меня уже есть темная звезда. Он вообще добавился. У меня же есть Варус. У меня темная звезда на Варус. Ну, на пассажок просто. Ну да. Что? Что здесь очков? Сиди, кури. Блин. А, сука! Всем привет. Надеюсь, вообще кто-то до сюда дошел. На перевкрафт, кстати, это не пошло. Надеюсь, вам такая рубрика понравилась, потому что это первый мой опенкейс на 30 сундуков. Это какая-то дичь. Я очень долго старался выбить эти 100 очков. Постоянно в лустрик. Я проиграл по 10 игр подряд, у меня адско горело. Но в любом случае, в конце видоса всегда я оставляю бонусы. Этот видос не будет исключением. Скажи что-нибудь умное. Да, если бы я не сглупил и не под... Русский язык, ты чё такой сложный? Очень сложный.